Богатство русского культурного наследия так велико, что приобщаться к нему нужно с самого детства. Такой посыл был у очередного познавательного мероприятия. Даже, казалось бы, в известной всем теме всегда найдется место удивлению. Например, мало кто знает, что дымковскую игрушку лепили только зимой. Знанием изготовления обладали только женщины, передавая мастерство от матери к дочери. Читая стихи и просматривая материалы о дымковской поделке, малыши и сами попробовали себя в качестве художников-оформителей. Сегодня ребята из детского сада «Мишутка» погрузились в уникальный мир декоративно-прикладного искусства, познакомились с дымковской игрушкой. Дошкольный возраст – это лучшее время для приобщения ребенка к народным истокам, к народной культуре. Получение новых знаний не оставляет юных первооткрывателей равнодушными. Мы смотрели дымковские игрушки, рисовали их, смотрели сюжеты. Мы разукрашивали картинки в дымковских узорах. После уроков при поднятом настроении были как участники, так и зрители мероприятия. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.